Ребята, как снять доп. АКБ для СМ на кузове 218, это CLS 2012 года. Трахообразование CLS 350D, дизель. Ну, понятно. Так, рассказываю. Берем клинышек. Поддеваем. Защелочки раз, теперь внизу 20. Вот болтики, я уже их просто пооткручивал. Вот накладочка наша. У нас стоит вот так. Я просто уже открутил ее. Так, сюда. Теперь сюда. Там будет три. Раз, два, три. Три самореза. Так, ребята, потом берем ключик торцовый, я беру на 10 и откручиваю вот этот болт. Вот, кстати, стоит батарея, сейчас покажу. У нас стоит на таком вот кронштейне. Сейчас я отключу, увидите, как он упадет. Так, упал у нас кронштейн. Покажу все. И вот наша батарея. Вот старая батарея. Там клемки плюс-минус. Плюс красный, черный минус. И вот наша новая батарея. Вот новая. То есть берете, просто мне одной рукой неудобно. Берете, выводите сюда. Снимаете две клемки. Потом берете новый аккумулятор. Красный плюс, черный минус. Так же самое вставляете. Ставите обратно. И потом кронштейн. Там есть такая ступенька. Вам надо просто попасть ступенька, и чтобы у вас вот это отверстие, вот кажусь, вот отверстие, чтобы у вас совпало с этим отверстием, с этим. И все. И потом ставите накладочку обратно, кручивайте три самореза, раз, два, три, и все. У вас доп. АКБ заменено. Ничего сложного нет, я просто вам показал место. Получается, где он стоит. Самое главное, просто не бояться снять вот эту накладку. Она снимается легко. Так ставится она. Так, легко, да? Вот. Вот так. Раз, на себя. И все. Болтик, три самореза. Раз, два, три. И все, у вас золотой ключик у вас в руках. Кому что непонятно, пишите, будем помогать.